Как создать из видео фотографии, чтобы потом их разукрасить, собрать в кучку, сфотографировать поочередно, ну и смонтировать фото из разукрашенных картинок. Берем ролик, который нам необходим для этого. Загружаем его в программку. Он у меня сейчас цветной. Я бы советовала все-таки сделать его черно-белым. В монтажной программе я работаю Adobe Premiere. Здесь есть такие функции, как эффекты, в том числе видеоэффекты. Вот. И сейчас мы найдем здесь так, контроль изображения. И в контроле изображения черное и белое. Только сначала мне нужно выделить вот этот вот файлик, загруженный сюда. Потом я беру вот этот специальный эффект черное и белое и тащу его, зажав мышкой на видео. Вот у меня он стал черно-белым. Почему лучше? Ну, во-первых, меньше краски принтера, когда будете распечатывать фотографии. Во-вторых, у вас не такой насыщенный получится распечатанный человечек, даже если вы печатаете на черно-белой принтерной, да, бумаге, то у вас получится все-таки экономия краски, ребенку легче заполнять, разукрашивать эту картинку будет своими цветами, какими он хочет. Вот, сняла выделение, иду во вкладочку «Файл», ищу «Экспорт», перехожу в «Медиа контент». Вот здесь я уже выставила формат JPEG. По умолчанию у меня стоит вот такой, если я сохраняю какое-то видео или анимацию. Значит, здесь я делаю JPEG, да, это параметры настройки экспорта, вот, выбрала. Ну, здесь можно уменьшить, в общем-то, широкоэкранное нам не нужно, и 24 кадра тоже особо в широкоформатном экранном варианте не нужно. Вот я выберу поменьше разрешение, опять же, чтобы меньше тратить на фотографии возможности. Ну, здесь ширину, высоту оставляю. И еще частота кадров. По умолчанию всегда стоит 24. Но в детской анимации можно делать или 12, или 12. Давайте сделаем 12. Вот выставим такое значение. Теперь куда сохранять вот имя выходного файла? Я могу его, в принципе, не менять название. Ну, а могу и поменять. В принципе, могу написать фото. Раскраска. Так, теперь он мне предлагает сохранить в папке монтажа. Нет, у меня другая. Есть заготовленная папочка. На рабочем столе у меня есть папочка ролики. И здесь я создала вот такую папочку фотораскраска. Вот я нажимаю, открываю ее и сохраняю. И сейчас нажимаю на экспорт. Посмотрим, что у нас получится. Перепроверим JPEG. Стиль пользовательский. У нас 12 кадров. Иначе очень много будет фотографий. В одну секунду будет 24. Нам такое количество, наверное, не понадобится. Вот. И теперь смело можно нажимать на экспорт. Вот видите, за сколько секунд этот ролик разбивается на фотографии. Готово. Теперь я иду во вкладочку. Вот, фотораскраска, она у меня уже была вот здесь вот в папочке ролики, создана заранее. Ну, можно ее создавать и когда рендер, настройку делаете. И вот, посмотрите, получается вот покадрово, вот подготовленная для разукрашивания наш персонаж. Только повторяй, рисуй. Ну, если не жалко бумагу и принтер, печатайте на здоровье, разукрашивайте и монтируйте такое свое кино. В принципе, если вы живое видео хотите так загрузить и разбить на фотографии, наверное, я бы посоветовала сделать это на хромакее, если есть большой хромакей, снять что-то на хромакее, потом в After Effects или здесь же в Premiere. Правда, в Premiere я это не делала, но слышала, что есть возможность откеять, убрать хромакейный фон, и тогда у вас уже не видео из интернета будет, а свое собственное, это как референс будет ваш,
И можете его точно так же потом распечатать уже в виде фотографий. И уже далее разукрашивайте, делайте с этим что хотите. Фотографии мы сделали в программе Adobe Premiere монтажной. Но я думаю, что в любой монтажной программе, если зайти в настройки, где вы рендер оформляете, там можно поменять с H264 на JPEG. Также точно извлекается и звук из любого ролика, музыка. То есть скачиваете какое-то видео с озвучкой или с музыкой, с шумами, все, что нужно. И просто выбираете в настройках рендера, допустим, MP3. И другие файлы, там есть форматы музыкального сохранения. Так что все, в общем-то, делается вот через настройки рендера.